Вы будете солистом «Ласкового мая». Имели в виду Wildberries? Там есть сборщик, сортировщик, раскладчик. Я попал фотографом. Сколько вы тратили на клипы? Права на песни Юры Шатунова приходят к Дане Милохину. Сергей Бурученков – звезда баргузинской эстрады. Исполнитель хитов «В Баргузин еду я» и «Остановиться не могу». Остановиться не могу. И понимаю, что не прав. Мчит машина меня вдаль, за стеклом идет февраль, на душе моей тепло, еду я в свое село. Я не мог для вашей, и для моей любимой, и для вашей телекомпании АТВ принести эксклюзив. Это навряд ли у кого-то есть в городе Улан-Удэ такой, но это шелковый плакат. Их очень мало, и Юра подарил мне его в городе Тула. Вот это вот, получается, маркером он расписался, даже тут видно, что ну, это не пропечатано, все по-настоящему. Это как раз-таки изображение с клипа «День рождения», который поет Юра, и вот. Вы будете солистом «Ласкового мая». Ну, Юру не заменит никто, это однозначно, но... Просто поддерживать то, что он сделал, и чтить память о Юре, я сделал все возможное. Появился продюсер, который захотел со мной поработать, и надо заключить контракт, почитать. Если ну, мне как-то все пойдет, то я буду работать. Я согласен выступать даже бесплатно. Главное, чтобы ну, оплачивали хотя бы дорогу, чтобы мне было не затратно. Приехать я могу в любой уголок страны. И в Улан-Удэ тоже планируем. Ну, сейчас уже идут переговоры. Сделать вечер памяти на 40 дней, я думаю. Поэтому сделаем. А у вас есть свой фан-клуб? У меня есть, да, не фан-клуб, а сообщество такое ВКонтакте. Ну и там тоже люди как бы сидят. Но это завел не я, это моя поклонница. И просто она меня добавила, как, что я могу тоже ну, права иметь на эту группу. И периодически там информацию выставляю. Часто подходят, узнают на улицах, берут автобус? Очень часто, просто вот последнее время, вот последний год, когда я приехал с Москвы, я просто могу ехать на машине, люди машут, улыбаются, подходят сфотографироваться. Ну, это очень приятно, могу сказать абсолютно, потому что, ну, я, конечно, работаю, но я не знал, что дойдет до такого. Просто я парнишка как бы из глубинки, из села, и добиться такого, поэтому дорого стоит. Нашли такие слухи, что права на песни Юры Шатунова приходят к Дане Милохину вообще. Это абсолютная чушь. Как вы думаете, Даня Милохин, Юрий Шатунов, они же из одного детского дома. Как ну бы, да, это было бы символично. Ну да, я слышал. Но просто представляете, Даня, да, платье там с волосами розовыми. Ну и Юра какой был. Два раза человека просто. То есть вы даже вообще представить даже не можете? Даже представить не могу. Такого не может быть. Мы можем как бы попробовать исполнить песню. Проходи. Не стесняйся. Это будет эксклюзив тем, что эта песня Юрина последняя, он ее выпустил посмертно, это делал Аркадий Кудряшов. Она называется «Каждому свое». Юра хотел ее выпустить 6 сентября на свой день рождения. Но так как он умер, и сделал за него это его директор Аркадий Кудряшов. Поэтому мы припев просто споем. Ты помнишь припев? Каждому свое. Угу. Давай. Каждому свое, сверчку шесток, птахи небо, падшему прощение. Пой. Всякому предавшему забвение, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. Ну, как-то так. Стесняется, он не медийный, но как мог.